30 минут длится урок шахмат в начальной школе. Второклассники с удовольствием решают задачи, изучают технику шахматного боя. На мой взгляд, шахматы – это прекрасная возможность развивать логическое мышление детей, что в последнее время, к сожалению, наверное, было упущено в российской школе. Сейчас мы опять к этому возвращаемся. Шахматы способствуют развитию логики, что впоследствии очень пригодится на уроках математики. Преподавание шахматной науки началось здесь с начала этого учебного года. Мы объясняем, что такое шахматная доска, как ставятся фигуры, как они ходят. Потом уже изучаем теорию, которая была вот на этом уроке. Материал усваивают ребята по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Поэтому и подход к каждому здесь индивидуален. На уроке шахмат педагог каждому ученику ставит разные задачи. Мы сегодня учились решать задачки. Мы писали буквы. Это было как кроссворд, но это было очень интересно. Иван только знакомится с шахматами, а вот Степан уже имеет второй разряд. Он занимается шахматами уже 4 года. Ну, я знаю, как ходить шахматные фигуры ходят, как обозначаются ячейки шахматные, какие есть ходы, какие есть задачи, какие маты можно устроить, как можно сделать шах, как можно увернуться. На уроках мальчишки и девчонки решают задачи на компьютере, играют на досках. А педагоги пока готовят учебные программы и планы на занятия к следующему учебному году, потому что урок «Шахмат» появится в расписании. Марина Антуганова, Юлия Пак. Наше время.